В связи с реформой Министерства внутренних дел во всех регионах страны идет замена знамен. Торжественная церемония вручения нового знамени состоялась и в нашей республике. Для его передачи в Чувашию прибыл начальник договорно-правового департамента Министерства внутренних дел России, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдейко. Для каждого офицера знамя – это символ воинского долга, чести и достоинства. Испокон веков военное знамя охраняли как зеницу ока. Знаменчики выбирались из наиболее достойных старослужащих унтер-офицеров. В случае повреждения знамени врагом взвод непременно расформировывали. Военное знамя не утратило свою ценность и в наше время. Министерство внутренних дел по Чувашской республике вручено знамя как официальный символ и реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и верности долгу. От имени министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-полковника полиции Владимира Александровича Колокольцева, коллегия министерства, всего многотысячного коллектива Министерства внутренних дел Российской Федерации, поздравляю вас с этим знаменательным событием. Накануне 70-летия Победы вспоминали и о героических подвигах чувашских милиционеров. В годы войны более 1000 сотрудников милиции из нашей республики сражались с врагом на различных фронтах. И сегодня сотрудники МВД по Чувашии с честью продолжают традиции старшего поколения. Проходят годы, проходят десятилетия, меняются и приходят на смену новые поколения сотрудников органов внутренних дел республики. Проходит все, но остается память о тех славных традициях, зарожденных в армии государства российского, продолжающих в Красной армии, Советской армии и теперь уже в Российской армии. Замена знамени завершилась под гимн Российской Федерации. На лицевой стороне нового знамени гордо красуется двуглавый орел, а на оборотной стороне слова «Служим России» и «Служим закону». Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.